Что ж, хорошо. Давайте тогда перейдем к другой теме, теме божественности Христа. И можно сказать о том, что существует четыре группы аргументов в защиту того, что Христос — это Бог. И первый аргумент состоит в том, что Христос именуется так, как именуется только Бог. И далее вы можете найти у себя в конспекте второй аргумент божественности Христа, который заключается в том, что Христу приписываются свойства, атрибуты, характерные исключительно для Бога. И третий аргумент. Христос делает то, что делает Бог. Божественные дела приписываются Христу. Христос не мог бы совершить всего этого, если бы не был Богом. И затем последний, четвертый аргумент заключается в том, что Христос принимает поклонение, которое принадлежит только Богу. И мы об этом читаем в Писании, что Христос удостоился поклонения. Он принимал это поклонение. И получается, либо он лунатик, либо он воистину божественен. И мы знаем, что верно последнее. Что ж, давайте теперь рассмотрим более подробно некоторые из этих свидетельств. И прежде всего, как мы уже говорили, Христос именуется так, как именуется только Бог. И первое такое имя, которое мы рассмотрим, это греческое имя «теос», которое означает «Бог». И есть один библейский текст, который очень часто цитируется во время этого обсуждения. Это Иоанна 1:1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И последняя часть этой фразы, а именно «и Слово было Бог», содержит определенный артикль перед словом «логос». «Логос» — это «слово», которое было Богом. Что ж, есть некие культы, которые утверждают следующее. Вот посмотрите, раз нет определенного артикля перед словом «теос», то возможно перевести этот текст таким образом, что слово было неким божеством. И если перевести это таким образом, то это означало бы, что Иисус не является Богом во всей полноте, а скорее Он по статусу был бы менее божественным, чем, скажем, Его Отец или Святой Дух. И у вас в конспектах объясняется, почему такой взгляд неверен. Итак, какой же можно дать ответ? Что ж, эту фразу возможно перевести так. «И Слово было неким божеством». Но такой перевод был бы ошибочен, так как не учитывает одно важное правило греческого языка. И это правило для вас сейчас будет высвечено на слайде. Употребление артикля позволяет определить субъект. И вот посмотрите, на следующем слайде показано продолжение. В греческом языке существительное без артикля, выступающее в роли предиката, подчеркивает качественный аспект употребляемого существительного. А слово, выступающее в роли предиката в Иоанна 1:1, это слово «теос». А это означает, что когда Иоанн пишет «и Слово было Богом», то он подразумевает, что его природа или сущность качественно божественна. И, конечно, очевидно, что если это подразумевает Иоанн, то он говорит о том, что Слово обладает божественной природой. А это означает, что он есть Бог. Поэтому, хотя и возможно перевести эту фразу «и Слово было неким Богом», такой перевод не единственно возможный, и более того, если посмотреть на то, что говорят другие тексты Писания об Иисусе и Его божественности, о том, что Он равен Отцу в Своей божественности,
и равен Святому Духу, то у нас нет никаких оснований считать, что правильный перевод — это слово было неким Богом. И нет никаких оснований полагать, что Иисус в этом тексте изображен как некое божество, как не Бог во всей полноте, как Отец и Святой Дух. Что ж, есть еще один текст в Писании, в котором употребляется это слово «теос». Это Иоанна 5:20. И греческое словосочетание, в котором включено слово «теос», переводится как «истинный Бог». И слово «алетинос», я тут хотел бы извиниться перед знатоками греческого языка, так как, быть может, ставлю ударение на том слоге. Если честно, я не знаю, как на компьютере выделить слог, на котором надо ставить ударение. Но я хочу сказать следующее, что значение греческого слова «летонос» — это подлинный или полностью соответствующий идеалу. Поэтому, когда Иоанн говорит, что Иисус — это подлинный Бог, то он имеет в виду, что Христос соответствует полностью тому, чем является Бог. Он полностью соответствует, если хотите, идеалу Божества. Он не притворяется Богом. Он истинный, подлинный Бог во всей полноте. И, конечно, есть и другие тексты, которые говорят о божественности Христа, и они приведены в ваших конспектах. Эти тексты говорят о Христе как о Боге. И один из таких текстов записан в послании к Титу, 2 глава, 13 стих, и в нем написано «Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос». И когда читаешь этот текст, то возникает искушение сказать, что, быть может, Павел говорит о двух разных личностях. С одной стороны, есть великий Бог, а с другой стороны, Спаситель наш Иисус Христос. И таким образом, эта фраза не подтверждает, а наоборот, отрицает божественность Христа, что Иисус отличается от великого Бога. Что ж, здесь нам может помочь знание грамматики греческого языка. Когда два существительных в единственном числе соединены греческим словом «кай», и позвольте мне показать вам, о чем идет речь. Первое существительное в единственном числе — это «Бог», и второе существительное в единственном числе — это «Спаситель». И вот слово «и» — это как раз и есть греческое слово «кай». Теперь мы с вами понимаем, о чем идет речь. Если два существительных соединяются союзом «кай», и артикль употребляется только с первым из них, вот определенный артикль стоит только перед словом «Бог», перед словом «Спаситель» вы не найдете определенного артикля. И если такое происходит, то артикль перед первым существительным управляет вторым. Другими словами, такая грамматическая форма указывает на то, что у обоих существительных один референт. То есть речь здесь об одном и том же лице. Великий Бог — это тот же, кто и Спаситель Иисус Христос. Поэтому Павел не пишет своим читателям, подразумевая две разных личности — великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Речь идет об одной личности, которая одновременно и великий Бог, и Спаситель Иисус Христос. Что ж, есть ли какие вопросы по этому поводу, особенно что касается грамматической конструкции здесь? Да. То есть, по сути, он говорит об одном Боге, так? Да. Другими словами, вся эта фраза подразумевает одну личность. То есть, здесь не идет речь о двух разных личностях. Позвольте мне прочитать весь текст целиком. Это послание к Титу 2:13. Но не хотелось бы начинать с середины предложения. Предложение начинается в 12 стихе. Павел пишет, «научающая нас», и речь идет о благодати Божией,
научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. И вопрос здесь вот какой. Неужели Павел говорит о том, что благодать Божия научает тому, чтобы ожидать явления двух разных личностей? Сначала явление великого Бога, и затем явление Спасителя Иисуса Христа. Или все-таки он говорит об одной личности, которую и следует ожидать, блаженное упование и явление славы одного и только одного. Конечно, именно так и следует понимать. И эта одна личность одновременно и божественна, великий Бог, и также это наш Спаситель Иисус Христос. Чтобы не было вопросов, о ком Павел говорит, он добавляет Иисуса Христа, чтобы никто не смог понять его неправильно, когда он пишет, кого следует ожидать. Хорошо, идем дальше. Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. Это еще один текст, который мы с вами рассмотрим, и информация приведена в ваших конспектах, а также здесь на слайде, и позвольте мне ее прочитать. В пятом стихе апостол Павел пишет о тех преимуществах, которыми обладает иудей. И он перечисляет все эти преимущества. И в пятом стихе он пишет, «Их и отцы, их, то есть иудеев, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Я думаю, это правильный перевод. Но есть те, кто ставят точку после слова «Христос». И слово «плоть», во всяком случае, в моем переводе, подразумевает человеческое происхождение. И посему они толкуют этот текст так. «Их и отцы, и Христос произошел от них по плоти. Точка». И затем якобы начинается новое предложение. «Исущий над всеми Бог, да будет благословен». Что ж, если так трактовать этот текст, то он означает совсем иное. И вторая часть этого текста, если хотите, становится скорее доксологией, прославлением. Итак, какое же толкование нам следует избрать? Что ж, я бы предложил не ставить точку в этом тексте. Я бы предложил, что Павел только что упомянул о человеческой природе Иисуса Христа. И поэтому неудивительно, что он тут же напоминает о том, что Христос имеет и божественную природу, точно так же, как в послании к римлянам в первой главе. Но кроме этого, есть еще частица здесь, в этом стихе. И эта частица «он», которая переводится «тот» или «который», и, как правило, относится к предыдущему, а не следующему слову. А предыдущим в данном случае является слово «Христос». Поэтому вторая часть этого текста, «сущий над всеми Бог, благословенный вовеки», вот эта часть, скорее всего, относится к существительному, который идет перед этой фразой, а не к чему-то, что идет далее. И, следовательно, правильней будет толковать этот стих таким образом, что Павел говорит о Христе, что Он сущий над всеми Бог, и что Он благословенный вовеки.
Затем можно рассмотреть еще один текст Писания. И здесь мне необходимо добавить разъяснение. Вы видите на слайде, что речь идет о тексте, записанном в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих. И в нем есть такая фраза «Сын Единородный». И эта фраза записана на основе перевода греческого текста «Нестле». Это очень авторитетный текст, греческий текст Нового Завета. И позвольте мне прочитать сам текст, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Иоанн пишет, «Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В некоторых переводах записано нечто вроде следующего. «Единородный Бог, который находится с Отцом, Он явил». И вот какой встает вопрос. Что означает то, что о Христе говорится, а именно о Христе здесь пишет Иоанн, что Он Единородный Сын или Единородный Бог? И в ваших конспектах вы можете прочитать объяснение того, что означает эта фраза «Единородный Сын» или «Единородный Бог». И заметьте, что здесь не написано, что Иисус — единственный рожденный от Бога, как если бы Бог кого-то родил. То есть здесь речь идет не об этом. И вопрос вот в чем. Что же значит, что Иисус — единородный Сын? И если вы посмотрите далее свои конспекты, то вы увидите, что мы к этому еще вернемся и будем это обсуждать, что же это означает. Но прямо сейчас я хотел бы сказать следующее. Лучший перевод этого текста звучит таким образом. «Единородный Бог». И что бы это ни значило, это не значит, что Иисус каким-то образом был сотворен, что его бытие имеет начало. Но мы к этому вернемся. И еще поговорим о том, что же на самом деле это означает. Извините, если я вас в чем-то запутал. Что ж... Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Быть может, вы выслушали все это и думаете про себя. Хорошо, разные авторы Нового Завета называют Иисуса Богом. Ну и что из того? Разве нет людей, которых Писание называет богами, не говоря уже об ангелах? И мы прекрасно понимаем, что эти люди не божественны. И мы также знаем, что ангелы не боги. Поэтому разве можно утверждать на основании показанных вами текстов, в которых Иисус зовется Богом, что Он действительно божественен? Что ж, на это возражение надо дать ответ. И прежде всего здесь необходимо упомянуть о тех текстах, в которых люди называются богами. И вот вы здесь видите, что подобные тексты есть в книге «Исход» и также в книге «Второзакония». В древнем Израиле всегда считалось, что суд принадлежит Богу, и что судьи — люди, управители здесь на земле, которые поставлены, чтобы судить людей, представляют собой Бога и Божью справедливость. Поэтому если между кем-то возникает спор, который требует разрешения, то необходимо идти к земным судьям. И так как считалось, что земной судья представляет Бога и делает то, что сделал бы Бог,
как если бы вы принесли свое дело напрямую Богу. И порой также люди считали, что эти земные судьи получают некое откровение от Бога, мудрость, как поступить в том или ином случае. Поэтому неудивительно, что иногда этих земных судей, земных представителей Бога называли богами. Но никто не считал, что эти люди имеют те же атрибуты, ту же божественность, что Яхве. Их называли богами, потому что они исполняли те функции, которые принадлежат Богу, потому что они действовали от Его лица, потому что они решали дела на основании тех принципов справедливости, которые установлены Богом. Теперь давайте посмотрим, когда ангелы назывались богами. И действительно верно то, что еврейское слово, означающее «Бог», «Элохим», употребляется для обозначения ангелов. И мы предлагаем объяснение, почему такое происходит. Ангелы называются богами, так как они представляют собой сверхъестественные существа. И более того, они находятся рядом с Богом и служат Ему. То есть они находятся рядом с Ним, рядом с Его престолом, и они исполняют Его поручения. Следовательно, ангелы в определенном смысле подобны Богу. У Бога они служебные духи, поэтому иногда они называются богами, иногда сынами Божьими. Скажем, когда мы читаем, что сыны Божии возрадовались, видя творение, о ком идет речь? Об ангелах. В Евреям 1:6 мы читаем о том, что ангелы призваны поклоняться Христу. И для нас это указание на то, что ангелы не боги, потому что нигде не написано, что необходимо поклоняться ангелам, но ангелы поклоняются Христу. И если ангелы божественны, то божественное существо не будет поклоняться чему бы то ни было небожественному. Да и вообще, божественное существо не должно никому поклоняться. Что ж, хорошо. Я думаю, теперь понятно, почему используется этот термин по отношению к некоторым людям, а также по отношению к ангелам. Далее есть еще один библейский текст, где слово «теос» используется по отношению ко Христу. Это 1 Тимофею 3:16. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.